Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые дамы и господа, наша встреча с премьер-министром Ирака господином Нури Малики была содержательной и конструктивной. С предыдущего визита господина Малики в Москву, это было в апреле 2009 года, в Ираке произошли значительные перемены, и я отмечу перемены к лучшему. Руководство Ирака многое делает для того, чтобы привести страну к полному примирению и согласию, решить вопросы социально-экономического характера, восстановить позиции страны в регионе и на международной арене. Искренне желаем нашим иракским друзьям успехов в возрождении и укреплении государства. Мы рассматриваем наращивание торгово-экономических отношений и углубление политического диалога как наш вклад в развитие скорейшего возрождения Ирака к мирной жизни. В ходе сегодняшних подробных переговоров мы остановились практически на всех направлениях нашего взаимодействия. Мы с сожалением констатировали, что пока нам еще очень далеко до уровня торгового оборота, который был достигнут в 2003 году. Вместе с тем, темпы развития наших отношений, они вселяют оптимизм. С каждым годом все большее число российских компаний участвует в экономической жизни Ирака. Мы признательны иракской стороне за решение одного из ключевых для нас вопросов, вопросов обеспечения безопасности наших специалистов. Возобновляется и военно-техническое сотрудничество. Иракские специалисты хорошо знакомы с нашими системами вооружений, которые себя хорошо зарекомендовали, и я уверен, что мы найдем взаимопонимание по этому важнейшему направлению, которое, безусловно, увеличивает не только торгово-экономический оборот, но и повышает доверие между двумя государствами. На конец текущего года намечено заседание в Багдаде межправкомиссии. Мы уделили необходимое внимание развитию гуманитарных отношений. В этой связи хочу отметить, что с прошлого года мы увеличили квоту госстипендий для иракских граждан до 150 мест в российских вузах. Отрадно, что в Багдадском университете ни на день не прекращала свою работу кафедра русского языка. Мы обменялись мнениями и по актуальным международным вопросам, по региональным проблемам. Отрадно отметить, что по многим позициям, по очень острым позициям, наши взгляды совпадают или очень близки. В заключение хотел бы выразить уверенность, что визит господина премьер-министра и всей его команды послужит дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между Россией и Ираком. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, ваше превосходительство. Я хотел бы прежде всего выразить свою искреннюю благодарность за ваше приглашение посетить Россию, дружественное нам государство, исходя из общего желания продвигаться вперед на пути укрепления наших двусторонних отношений. Не только я, все члены нашей делегации почувствовали и гостеприимство, и очень серьезный, вдумчивый подход к обсуждению и рассмотрению самых острых вопросов, представляющих взаимный интерес. Все раунды переговоров, которые прошли у нас и в российском правительстве, и с его превосходительством президентом Российской Федерации, отражают в полной степени желание и готовность обеих сторон продвигаться по наращиванию всего комплекса двустороннего взаимодействия. Здесь уже было сказано, что я посещал Россию в 2009 году по приглашению президента. Тогда наша страна только-только выходила из периода окончания конфессиональной и гражданской войны. Мы вступали в стадию реконструкции нашего народного хозяйства, нормализации жизни. И тогда уже серьезно задумывались о перспективах развития сотрудничества с вашей страной. И сегодня мы с удовлетворением отмечаем значительный прогресс, который был осуществлен в различных областях и прежде всего в таких важных для наших обеих стран сферах, как нефть, газ, инвестиционное сотрудничество, строительство, транспорт, политические процессы, сближение позиций нашей страны с другими государствами региона. Мы углубленно обсудили в ходе диалога основные направления перспективного взаимодействия и кооперации с Российской Федерацией и договорили разработать своего рода дорожную карту продвижения по всем этим направлениям с приоритетным вниманием таким отраслям, как нефть, газ, инвестиции, электроэнергетика, транспорт, строительство, торговля, безопасность, военно-техническое сотрудничество, обмен мнений на политическом уровне и так далее. Исходя из этого общего подхода и общего настроя продвигать наши отношения, мы также разделяем вашу точку зрения,
что нынешний объем товарооборота между нашими двумя государствами абсолютно неприемлем. Мы с обеих сторон должны сделать все возможное, чтобы вернуться к тому уровню высоких показателей, который существовал в прошлом. Мы также зафиксировали точки соприкосновения по весьма чувствительным и важным вопросам, которые затрагивают судьбу региона и всего мира. И пришли к заключению, что наши позиции действительно очень близки или даже совпадают в том, что касается необходимости обеспечения надежной безопасности и стабильности этого региона. Мы также пришли к общему знаменателю, что необходимо делать все возможное для демократического, свободного развития народов этого региона, используя для этих целей мирные средства и делая все возможное, чтобы не допустить подстрекательства, избежать внешнего вмешательства в дела региона, а также предотвратить различные сценарии военных решений. Мы также договорились избегать подобных сценариев в том, что касается урегулирования сирийского кризиса без какого-либо иностранного вмешательства, поддерживая миссию нового спецпосланника генсекретаря ООН Лахдара и Брахими. Будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить успех его миссии, которая должна заключаться в поиске и нахождении мирного урегулирования внутрисирийского кризиса, который полностью удовлетворял бы весь сирийский народ. Я также с благодарностью обращаюсь к российскому руководству, господину президенту и российскому правительству за их готовность оказать помощь Ираку в выводе из-под действия статьи 7, поскольку наша страна полностью выполнила лежащие на нас обязательства. Еще раз повторяю, что мы глубоко благодарны российской стороне и надеемся, что мы сможем решить все остающиеся вопросы, которые требуются для выполнения с иракской стороной, уже вне рамок этой статьи 7. И в контексте того, что уже говорилось о необходимости продвигаться в основных представляющих взаимные интересы областях, мы договорились активизировать работу по линии Межправительственной комиссии по торговле, экономике и научно-техническому сотрудничеству и дадим соответствующие поручения министрам, курирующим эти направления, с тем, чтобы мы могли конкретными делами воплощать в жизнь общий настрой и намерение как наших двух государств, так и народов продвигаться в развитии всего комплекса двустороннего взаимодействия. Еще раз большое спасибо. Все правильно.